И сегодня же мажилисмен Мейрамбек Тулепберген провел встречу с представителями этнокультурных религиозных объединений и СМИ. На встрече был внесен ряд предложений. К примеру, татарский этнокультурный центр уже много лет предлагает наладить железнодорожное сообщение Алматы-Казань. Владимир Толоконников рассказал о проблеме Свято-Казанского храма иконы Божьей Матери. Не хватает средств для оплаты за отопление здания, которое имеет историческую ценность. Казлардинцев также расстраивает неухоженный вид 40-квартирного дома, в котором некогда жила семья Шукеновых. Предлагается привести его в порядок, установить мемориальную доску в память о Камале и Батырхане Шукеновых. Предложение передано акимату города и КСК. Депутат заверил, что все поднятые вопросы будут доведены до руководства Ассамблеи народа Казахстана. Далее, в честь 30-летия независимости, ряд представителей этнокультурных, религиозных объединений, СМИ были награждены благодарственными письмами Ассамблеи народа Казахстана. Успех социально-экономического развития любой страны напрямую зависит от единства, межэтнического согласия, межконфессиональной гармонии. Мы сильны нашим единством, и надо беречь и укреплять его. Это наше богатство.